Друзья, всем привет! Сегодня у меня банный день, хочу вам показать свою баню. Я ее называю баня Лодыря, потому что здесь печка у нас электрическая, с парогенератором от компании ВВД. Вот такая вот небольшая банька. У нее есть пульт. Вот такой вот черненький пультик. Три кнопки у него. С этой стороны у нас включение и выключение. И вот две кнопки. Левая кнопка отвечает за температуру, правая за влажность. Датчик некорректно показывает влажность. Вот на самом деле там влажность больше. Давайте я вам покажу внутри. Вот такая банка. Снизу травы. Дают очень крутой запах. Много разных трав. Вот здесь вот у меня вот такая вот печка. Примерно 120 кг белого камня. В середине у нее вот этот вот парогенератор, которые дают хорошую влажность. Здесь вот у меня клапан приточный. Снизу у меня здесь вот, не знаю, если он видно будет. А, не видно будет, потому что вот за этим растением у меня стоит вытяжка. Вытяжка с вентилятором для того, чтобы была хорошая вентиляция. Здесь вот у меня такой градус. Такие вот часы песочные. И здесь вот у меня температура и влажность показывает уже какой-то механический такой, не знаю какой фирмы, гидрометр, термометр. Вот сейчас вот температура 50 по нему и влажность примерно 60%. Вот когда она нормально нагреется, реальная температура там будет, ну если вот мы такую температуру оставляем, реальная температура там будет 60 градусов и влажность примерно тоже 60. Вот. Это вот первая часть моего сегодня, моих сегодня банных процедур, которые вот выглядят вот так. Вторая часть моего банного мероприятия сегодняшнего, это вот такой вот банный чан. Внутри там плавает пихта и под этим веником вот такой вот канадский дуб. Сейчас вот у нас температура здесь. Так, здесь у нас температура 34 градуса. Топим мы его дровами. Давайте я вам покажу тоже. Важно, когда ты топишь дровами, не переусердствовать. Сейчас вот видите, чуть-чуть горит. Я думаю, что пару дровишек я еще подкину. Потому что если слишком сильно растопить, можно свариться в этом чане, поэтому нужно аккуратно. Вот по этому градуснику комфортно температуру 40, где-то 1-42 градуса плавать. Если были, ну, разные градусники у меня, короче, были, но вот именно поэтому 42 градуса. А так оптимально, если в среднем брать, это 40-42 градуса. И третье, конечно же, после бани и чана круто поплавать в бассейне, охладиться. Здесь у меня такой вот небольшой каркасный бассейн. Когда жарко, тут детишки у меня плавают. А так я люблю вечером, когда уже темно, оставить вот освещение от этих столбов, которые у меня стоят. На доме освещение выключить. И такой небольшой свет. Плавать в бассейне и купаться в чане.